И опять привет. Ну что, такая вот проблема. Ну, точнее, не проблема, а решение проблемы. Выслали они мне. То есть незадача заключается в том, что должна сегодня пройти машина за мотоблоком, но пока ее нету, а уже 7 часов вечера. И вот что успел как раз еще перед закрытием почты. Успел получить. Вот они мне выслали. Вот эта деталь, которую сорвала, выломала. Которая стоит на шпильке. В принципе, тут посмотреть особого усилия ей как бы и не надо, да, чтобы сломать такие довольно тонкие стеночки у нее. И вот этот болт, который раскрошила. Но суть такова, что сейчас, конечно, можно было поставить, проверить все это, если не устроило, после уже того отдать. Я не знаю, допустим, крышку там можно, но да, опять же, проблема, геморрой для себя все это, запаивать крышку. Но самое то, что останавливает, это то, что нужно убирать все осколочки металла с двигателя, которые, вероятно, могли попасть в поддон, либо еще куда-то. А для того, чтобы их убрать, нужно снять стартер, открутить вот эту крышку. То есть, другими словами, влезть в сам двигатель. Я думаю, что после этого уже гарантия точно слетит. Ну, еще подождем. Они звонили, говорили, что транспорт будет вечером. Если не будет, значит, в принципе, можно будет опять же заручиться поддержкой их. Завтра попробовать это все поставить, где битое. Ихние все запчасти я свожу вот сюда. Вот это коромысло. Два коромысла и вал, который вырвало вот отсюда. Вот битое. Фокус поймал, да? Это видно, что битая эта штучка. Штанги согнула, не согнула, но это можно все проверить, в принципе, как бы. В общем, будет видно, будем на воле случая. Завтра суббота, послезавтра воскресенье. Есть вероятность, что они вообще не приедут. То тогда будем пытаться восстановить сами это все дело. Ну, в общем, я думаю, мы посоветовались с Ютубом и посмотрим, что вы нам скажете. То есть отправить его, если транспорт не придет сегодня. Или же все-таки попытаться его восстановить самому. Ну, вот такая вот. Вот такая вот проблема. Ну что ж, пока все тогда.